И прежде чем я перейду к декоративной косметике, я даже думаю, я не перейду, потому что здесь будет просто сенсация. И я один не смогу об этом даже рассказать. Я хочу, чтобы на эту сцену вышел человек, которому мы обязаны всей палитрой и колоссальным ассортиментом и качеством декоративной косметики, парфюмерии и уходовой косметики в нашей компании. Человек, которого я безумно уважаю и люблю. Дамы и господа, встречайте, директор департамента косметики и парфюмерии, великолепная Ирина Голдыш! Ира, как всегда, как богиня! Добрый день, дамы и господа! Я рада вас приветствовать в этом зале таких красивых, шикарных женщин, я уже не видела давно. Вы знаете, у нас сегодня отличная тема – мода. Фаберлик – модный, новый для тебя. Мода – это двигатель прогресса. Это то, что нас, женщин, делает эффектнее, прекраснее. Но дело в том, что это уже не тема ассамблеи. На самом деле мы уже живем модой. Мы уже для вас создаем новые тренды, новые продукты. И вот, пожалуйста, первая коллекция анималиста. Спасибо вам большое, потому что мы не успели ее выпустить, и уже практически не осталось ни одного продукта. Вы скажете, а почему? Да? Ну, потому что, наверное, Фаберлик расширяет возможности. Фаберлик растет. Фаберлик позволяет нам, женщинам, быть разными. А мы любим меняться, правда ведь? Иногда мы хотим быть нежными кошечками, иногда хотим быть сексапильными пантерами, но иногда хотим быть царственными особами и близко, и блестеть во всем блеске, шике, золоте. Вы знаете, золото – это вообще магическое слово. Мне кажется, оно всегда сопровождало самых красивых модниц. И это не случайно, потому что сегодня золото и всегда было, будет самым актуальным трендом. Золото всегда было и остается символом красоты, богатства и власти. Золото – это металл царей и царь металлов. Издревле многие народы мира считают золото символом высокого достоинства и ценности. Трепетное отношение к золоту человечество пронесло сквозь тысячелетия. И сегодня его ценят за блеск и красоту, меркнущую с годами. Компания Фаберлик создала свою золотую коллекцию. Линия макияжа Secret Story. Твоя ослепительно роскошная красота. Вы знаете, вот сейчас, когда на фабрике фасуется линейка Secret Story, я недавно проводила экскурсию. Но и мне сами экскурсоводы сказали, что зрелище было просто потрясающее. Мы фасовали тушь, румяна, тени. И было такое впечатление, что автоматы отливают настоящие золотые слитки. И вы знаете, мне было очень приятно, когда один человек мне сказал: «Вы знаете, Ирина, вот человек бесконечно может смотреть на четыре вещи. Как льется вода, как горит огонь, как работает человек и как компания Фаберлик делает коллекцию Secret Story». И на самом деле было очень приятно, потому что сегодня линейка Secret Story – это уже другая линейка. Она не просто линейка с секретом, это линейка новая по форме и по содержанию. Вы знаете, наша линейка, она сейчас позволяет вам, дорогие мои женщины, быть не только красивыми, но еще молодо выглядеть. И сейчас
Я хочу, чтобы вы посмотрели ролик и немножко вдохновились. Расскажу немножко, наверное, о самых интересных продуктах, на которых я особенно хочу обратить свое внимание. Итак, первое – это помада, которая называется «Роскошный поцелуй». Помада «Анти-Эйдж». Помада выравнивает ваши губы. Помада прекрасно моделирует их, делая выразительными, сочными, нежными. Специально запатентованный комплекс – который входит в состав помады, прекрасно питает и увлажняет ее. Вы знаете, в Италии эту текстуру называют икона стиля. Это сейчас самое популярное в Европе. И я надеюсь, очень надеюсь, что вы нас поддержите, и она станет самой популярной у нас. Ну, потому что просто каждая из вас именно должна владеть такой помадой, чтобы получать максимальное удовольствие от ее использования. Но вы знаете, в эту линейку мы вводим еще один продукт, который называется «Овация». Обратите внимание, очень необычная упаковка. Вы видите встроенное зеркало? Да, представляете, это как удобно. Вы теперь в любом месте, достав из сумочки, можете подправить свой макияж. Но здесь еще плюс не только в упаковке. Мы решили пойти на эксперимент, и у вас будет полуматовая помада. О, классно! В результате, после нанесения вы действительно получите сочные, очень красивые, совершенные губы. Следующий продукт, о котором я хочу рассказать, это пудра. Это увлажняющая пудра, мы ее назвали «Эффект шелка». Это совместная разработка с итальянцами. Вы знаете, в состав входит инкапсулированная гиалуроновая кислота, и у нас есть подтверждающие тесты. Так вот, после 28 дней ежедневного нанесения пудры ваша кожа становится увлажненной, гладкой и улучшается цвет лица. Вот представляете, мы вам сделали продукт, который не только делает вас красивой, но он и максимально ухаживает за вашей кожей. Представляете, это продукт, который продлевает вам молодость. И на самом деле, вы знаете, вот обратите внимание на упаковку, она очень красивая. Вот
Фаберлик сейчас именно в такой стадии, когда он может уже вкладывать деньги в красивые формы, в красивый компактаж, как любая люксовая линейка. Следующий продукт – это запеченные тени. Мы для вас их обновили. По вашим просьбам сделали новые цвета и даже ввели новые виды. Вы знаете, на самом деле, вот запеченные тени – это достаточно сложные продукты. Вот компакты, мы их фасуем на фабрике, не знаю, многие из вас уже были на фабрике, и они знают, да? Это, в принципе, не так сложно. Это смешиваются порошки, они пропускаются через сито и подаются на машину. А вот запеченные – это очень сложные технологии. Последний раз я, когда была в Италии, я была удивлена, потому что это там, в Италии, используют только ручной труд. И знаете почему? Потому что вот здесь сухие порошки смешиваются с жидкими, и их готовят как тесто. И вот технолог на кончиках пальцев должен понимать, готово это тесто или нет. Потом их выкладывают на специальные такие керамические гаде, ставят на поддоны и выпекают в печи, как настоящее печенье. Причем есть виды, которые пекут 10 часов, а есть которых 40 часов, представляете? Потом вытаскивают, снимают верхний слой и только тогда понимают, хороший продукт или плохой. Вот насколько важен квалификация и профессионализм технолога. Мы для вас сейчас сделали эти тени, они стали более мягкие, более насыщенные оттенки. Причем в каждой палитре есть 4 оттенка. Обязательно есть светлый. Для чего нужен светлый нам, женщинам? Для того, чтобы открыть ваш взор, открыть ваши глаза. А темный цвет, он обычно придает глубину взгляда. Следующий продукт, о котором я хочу особенно остановиться, это тональный крем. Это вот как раз та текстура, где опять мы используем с одной стороны красоту, а с другой стороны уход. Это совместная текстура, которая разработана вместе с итальянцами. В состав входит запатентованный комплекс АТП, который как раз-таки и уменьшает процесс старения, поддерживает молодость. В состав входит гиалуронка, которая дает влагу, и она удерживает эту влагу, а хроносферы как раз дают мгновенный лифтинг. Вот представляете, вы получаете мгновенный лифтинг, подтягивание, гладкость и еще красивый цвет лица. Ну вот такой продукт, вот согласитесь, должны иметь все, вот обязательно. Обратите внимание, румяна аллеи славы, очень красивый компактаж. Ну, зачем нужен нам этот продукт? Он прекрасно моделирует ваше лицо. Вы можете откорректировать какие-то недостатки. Ну и самое главное, это то, что он дает красивый румянец. И, конечно, потрясающий продукт в этой линейке – это тушь. Мы ее даже назвали «Главная роль». Причем в этой линейке у нас выйдет две туши, но я хочу остановиться именно на этой. Почему? Потому что вот как раз эта тушь дает три эффекта. Это объем, это хорошее разделение и это уход. За счет чего создается объем? В состав входят морские водоросли. Они как раз дают объем и увлажнение. Гликоген, он питает, увлажняет и защищает ваши реснички. И кроме того, ваши реснички хорошо растут. Полисахариды и протеины, которые содержатся внутри, они держат эту влагу для того, чтобы ваши реснички были черными, объемными, влажными и блестящими. А кисточка классическая, но она хорошо разделяет ваши ресницы и не позволяет осыпаться, и разделяя каждую ресничку, не позволяет слипаться вашим прекрасным ресничкам. И, конечно, стильный бархатный мешочек, который эту тушь, ну, она является как элегантным дополнением к вашему образу. Вы знаете,
только вот, ну, вот, как мне кажется, о самых интересных продуктах. На самом деле линейка очень большая. Это будет и рассыпчатые пудры, это будет и много-много видов карандашей, добавляются тени, очень-очень много лаков. Просто потрясающая коллекция, и мне кажется, вы действительно оцените ее по достоинству. И надо сказать, что вот лично я и вообще вся команда Faberlic, знаете, относится с большим трепетом то, что мы делаем. Вы знаете, это как вот, наверное, все народы мира вот, относятся с трепетом к золоту, потому что золото обладает, ну, чудодейственной силой. И вот так же и мы хотим, чтобы наша коллекция приносила вам успех, уверенность в себе, красоту. И нам очень хотелось, чтобы вот эту коллекцию представляла, ну, какая-то необыкновенная женщина. Она должна быть красивой. Она должна олицетворять молодость, роскошь, стиль, была эталоном. И мы нашли такую девушку. Это актриса Агния Дитковските. Агния Дитковските. Она молода и прекрасна. Она элегантна и привлекательна. Она воплощение красоты и грации. Она звезда кинофильмов и глянцевых журналов. Все ее образы утонченны и изысканы. Под фотовспышками камер, на красных дорожках, на съемках и в повседневной жизни она всегда безупречна. Она приковывает взгляды. Блистательная актриса и потрясающая женщина, которая ослепляет роскошью своей красоты. Агния Дитковските представляет линию макияжа Secret Story. Согласитесь, потрясающая девушка. Вы знаете, самое главное, что она имеет не только свой стиль, индивидуальность, и она является не только лицом нашей линейки, но она еще является страстной поклонницей коллекции Secret Story. Вы знаете, я и компания со своей стороны обещаем, что в будущем у вас будут самые новые, самые модные, самые интересные продукты. Будьте модны! Живите ярче, наслаждайтесь жизнью, а я от всей души хочу вам пожелать счастья, любви, красоты вместе с нами, с компанией Faberlic. Директор департамента косметики и аксессуаров, косметики и парфюмерии, великолепная Ирина Голдыш. Спасибо большое.